Всем привет, с вами участок 36РУ. Сегодня руки дошли у меня до сбора клубники. У меня два сорта в этом году. Один новый, я уже делала о нем ролик. А этот сорт мне неизвестен. Мне дала знакомая его. В том году он был маленький, такой плюгавенький. В этом году прям кусты, ну почти по колено. И они усеяны просто. Это... Она вообще мельче. Это, наверное, первые, я так понимаю, ягодки крупные. Потом она пойдет мельче. Она ремонтантная. Просто грозди. Все усеяно ягодами. Но такой клубники по вкусу я еще не пробовала. Она, конечно, есть что-то клубничное. Но вообще какое-то, ну, не знаю, настолько вкусное, сладкое. Какой-то фруктовый аромат. Это вот я раз... С четырех кустиков собрала. Такое необыкновенная вкуснятина. И в том году осень была теплая, но она до ноября у нас здесь плодоносила. Вот солнышка не хватало. А так вот даже такую недоспелую рвали. Ну, вкус просто невероятно вкусный. Ну, какое-то просто искушение. Вот она, я уже сказала, ремонтантная. Кусок не так уже много, но вот есть. Не сказать, что прям... Вот они, гроздья прям. Все облеплено. Это она на час петь. Но она не ранняя. Вот сегодня какое? 19 июня. Ранние уже вот у моих знакомых, у мамы уже есть, они едят. Ну вот она сейчас будет все лето до морозов. Ну, вкуснятина. Что-то фруктовое. Так. И новый сорт я тоже собрала. Вон, смотрите, так раздвигаем. А там ее, видимо, не видимо. Вот она. Даже я запозднилась со сбором. Кое-где уже даже такие уже подпорченные попадаются. Вот. Ежевика в этом году второй год у меня только. В том году посадила. В этом году она уже вон вся цветет и чуть-чуть краснеть уже начинает. Три сорта. Ну, к ней вернемся позже. Пока вот такой обзор ягодок. Ну, в закрутке я ее использую только если варенье. И то у меня еще с того года стоять не буду. Может быть, перетру с сахаром. А компоты мы отказались закрывать. Ну, цвелым какой-то запах у этой клубничных компотов. И мои знакомые уже отказались, и родственники. И в ассорти даже положишь эту ягодку клубники. Она... Все равно цвелью какой-то отдает, плесенью. В общем, полностью отказалась от компотов. Для этого есть другие, куча других ягод. Ну, сейчас попробуем. Вкуснятина. Вкуснятина необыкновенная. Две емкости. Это ремонтантная. Клубника. А вот это новый сорт. У меня на канале есть ролик, как я высаживала саженцы этой клубники. Это Сибилла. Цветоносы не стала удалять, хотя, говорят, первый год надо удалить, чтобы дать силу для роста куста. Но я никогда этого не делаю, чтобы попробовать, собственно, а что же я посадила. И стоит ли ее выращивать дальше. Ну вот, если взять очень спелую ягодку, темно-красную, тогда действительно вот у этой есть привкус, такой какой-то необычный, приятный фруктовый аромат и вкус. Есть какой-то оттенок. В следующих роликах будем делать варенье из клубники, лепестков роз. И просто из лепестков роз. Так что, кому было интересно, подписывайтесь, заходите в гости. Всем пока-пока. С вами был участок 36РУ.